Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад посвящен перспективам иммунотерапии и трансплантации костного мозга при первичной лимфоме ЦНС. Первичная лимфома ЦНС – это редкая агрессивная экстранодальная форма лимфом, возникающая в центральной нервной системе и не распространяющаяся за ее пределы, которая включает в себя одиночное или множественное очаговое поражение тканей мозга, глаза, лептомингиальное поражение или вовлечение спинного мозга. Среди всех неходжкинских лимфом первичная лимфома ЦНС составляет 2-3% и до 7% всех первичных опухолей мозга. Частота заболеваемости первичной лимфомы ЦНС в России составляет 0,7 на 100 тысяч населения, что означает около 700 новых случаев в год, и средний возраст при постановке диагноза составляет 66 лет. Несмотря на отсутствие стандарта первой линии терапии при первичной лимфоме ЦНС, достигнут консенсус, что оптимальные результаты могут быть достигнуты на основе интенсивных схем химиотерапии, на основе высокодозного метотрексата. Такие программы, как Матрикс, MVP, MTR, позволяют достигнуть частоты полного ответа до 60% случаев. Важным является проведение консолидации после индукционной терапии, проведение высокодозной химиотерапии с цитологической трансплантацией костного мозга позволяет увеличить частоту полных ответов до 80%. Однако не все пациенты являются кандидатами на аутологичную трансплантацию костного мозга, и проведение интенсивных режимов химиотерапии несмотря на проведение интенсивных режимов химиотерапии, рефрактерное и рецидивирующее течение заболевания встречается в 30-50% случаев. И в данной ситуации прогноз для пациентов с этой формой лимфом, с резистентно-рецидивирующей формой, становится крайне неблагоприятным. На фоне резервных схем химиотерапии медиана выживаемости составляет не более полугода. В связи с этим требуются поиски новых методов лечения при первичных лимфомах ЦНС с резистентной рецидивирующей формой заболевания. Среди новых методов лечения представляет интерес режимы на основе ингибиторов тирозинкиназы. Монотерапия ибрутинибом позволяет добиться ремиссии частоты полных ответов в 50-75% случаев. Другие препараты, которые используются при первичной лимфоме ЦНС с рецидивирующим рефрактерным течением, являются иммуномодуляторы, такие как ленальдамид и помалидомид. Однако, несмотря на высокую частоту ответов на резервные схемы терапии с использованием новых агентов, как правило, ремиссии нестойкие. В связи с этим привлекает внимание опция аллогенной трансплантации костного мозга у пациентов с рецидивирующим течением заболевания. В настоящий момент опыт аллогенной трансплантации костного мозга представлен лишь редкими клиническими случаями. Вам представляется исследование немецкой группы, в котором у 4-6 пациентов отмечался полный ответ после аллогенной трансплантации костного мозга, что демонстрирует чувствительность данной опухоли к иммунотерапии. Другим подтверждением чувствительности к иммунотерапии является эффективность ингибиторов контрольных точек. На данном слайде представлены гистологические исследования экспрессии гена рецептора PD-1 и его лиганда PD-L1 при первичной лимфоме ЦНС. Первая публикация, посвященная эффективности ингибиторов PD-1 ниволумабом, продемонстрирована была в 2017 году и показала воодушевляющие результаты.
практически все пациенты были в полном ответе. В настоящее время компанией-производителем препарата Ниволуан проводится международное клиническое исследование по эффективности терапии при резистентных и рецидивирующих лимфомах ЦНС. В связи с этими данными в нашем институте была инициирована программа протокол проспективный лечения первичной лимфомы ЦНС при рецидивах и резистентных формах, включающие терапию ингибиторами PD-1 и аутологичную трансплантацию костного мозга. Позвольте мне за недостатком времени не детализировать данный протокол, а сконцентрироваться на иммунотерапии в данном протоколе. Терапия ниволуамом проводится у пациентов в первой линии, не являющихся кандидатом для интенсивной химиотерапии, с отягощенным соматическим статусом, а также при резистентном рефрактерном течении на фоне терапии, после предшествующей химиотерапии на основе высокодозного метотрексата. В случае получения ответа пациента проводится высокодозная химиотерапия с аутологичной трансплантацией костного мозга в режиме бусульфан-циклофосфан. Если аутологичная трансплантация костного мозга не может быть проведена, терапия ниволуамом может быть продолжена с дополнением лучевой терапии или другими опциями на усмотрение лечащего врача. Рассмотрим подробнее эффективность терапии ниволуамом в нашей группе пациентов. Всего включено 9 пациентов с медианой возраста на момент лечения 62 года. Первая линия терапии была проведена у 2 пациентов в связи с тяжелым их соматическим статусом. 7 пациентам терапия проводилась при рецидиве и рефрактерности к проводимой ранее начатой терапии. Медиана наблюдения составила 18 месяцев, медиана количества циклов ниволумаба 10. Ниволумаб вводился в дозе 1 мг на килограмм массы тела один раз в 2 недели, и контроль осуществлялся посредством МРТ головного мозга. В нашей группе пациентов эффективность терапии ниволумабом продемонстрировала высокую частоту ответов. В 7 из 9 случаев, то есть у 77%, отмечался объективный ответ. Причем полный ответ отмечался у 3 пациентов. На представленном графике видно, что пациенты, достигшие полной ремиссии, имеют тенденцию к увеличению продолжительности жизни по сравнению с пациентами в частичном, либо частичном ответе, либо при прогрессировании на фоне иммунотерапии. Важным аспектом является благоприятный спектр токсичности иммунотерапии ниволумабом. В нашем исследовании только у одного пациента отмечалось нежелательное явление в виде повышения трансаминаз, что соответствовало тяжелой степени по критериям NCI. При медиане наблюдения 18 месяцев двулетняя общая выживаемость составила 44 месяца, при медиане общей выживаемости 12 месяцев, а двулетняя беспрогрессированная выживаемость 26% при медиане 12 месяцев. На представленном графике показана тенденция уменьшения и увеличения объема опухолевой массы на фоне иммунотерапии. Мы видим, что в большинстве случаев имеет место уменьшение, регрессия опухолей, кроме 2 пациентов, не ответивших на терапию. Важным представляется интерес к пациенту, выделенным синей линией. У этого пациента на фоне терапии иммунониволумабом отмечалось некоторое увеличение объема опухолевой массы на фоне иммунотерапии при первичном листодировании, которое затем сменилось регрессией с достижением полного ответа. Достигнутый ответ в среднем сохранялся в течение 10 месяцев, и наше впечатление состоит в том, что стойкость этой ремиссии не была длительной, и каждого пациента в нашей группе следует рассматривать в качестве кандидата для проведения высокодозной химиотерапии с последующей трансплантацией костного мозга. Завершить мое выступление позвольте клиническим случаем.
Пациентка 27 лет, дебют заболевания в апреле 2019 года, когда на МРТ было выявлено два образования в лобной доле и колене мозолистого тела. Гистологически это была диффузно-бэкрупноклеточная лимфома. Первой линией терапии являлась схема РМА с высокодозными трексат, цитазар и туксимаб. И после двух курсов был получен лишь стабилизация заболевания, что мы могли констатировать рефрактерное течение у данной пациентки, означающее неблагоприятный прогноз. В связи с этим в октябре 2019 года была предпринята лучевая терапия в дозе 38 грей на весь объем головного мозга, и был получен частичный ответ. В декабре 2019 года пациентка была включена в протокол нашего исследования. Ниволумаб один раз в две недели в дозе 1 мг на килограмм массы тела номером 10. И при контрольном исследовании к маю 2020 года был получен полный ответ. Все это позволило провести аутологичную трансплантацию пациентки в режиме кондиционирования бусульфан-циклофосфан в июне 2020 года. На представленном слайде показана рентгенологическая картина очагового образования головного мозга с полной регрессией после 10 введений ниволумаба. Позвольте сделать предварительные выводы. Ограниченный опыт применения ниволумаба для лечения первичной лимфомы ЦНС является безопасным, с приемлемой токсичностью и потенциалом достижения ответа у значительной части пациентов. Иммунотерапия может быть важной опцией для пациентов, которые вследствие возраста, соматического статуса и сопутствующей патологии не являются кандидатами для интенсивных режимов терапии. В перспективе иммунотерапия может рассматриваться в качестве бридж-терапии для консолидации ремиссии перед аутотрансплантацией, и требуется, конечно, дальнейшее накопление опыта и проведение проспективных исследований применения иммунотерапии ниволумабом, а также комбинированных режимов с включением этого препарата, которые позволят определить роль и место иммунотерапии в лечении первичной лимфомы ЦНС с целью достижения ответов в этой тяжелой группе пациентов. Выражаю большую благодарность всему коллективу НИИДа-ГИД имени Раисы Максимовны Горбачевой, а также особую благодарность Михаилу Наталье Борисовне Кондакове, Елене Викторовне Лепику, Кириллу Викторовичу Завьялу, Юрию Иначу и другим нашим докторам, участвующие в этом исследовании. Благодарю за внимание.